Администрация президента США Барака Обамы отмечает, что среди конгрессменов растет поддержка соглашения Ирана и шестерки международных посредников по иранской ядерной программе, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Белый дом продолжит предпринимать попытки, чтобы получить как можно больше поддержки по поводу соглашения, которое удерживает Иран от получения ядерного оружия, в обеих палатах Конгресса, заявил он. Это сообщение о поддержке сделки со стороны все большего числа конгрессменов, ПРИМ, показывает нам, что поддержка растет, и мы, безусловно, этим довольны, добавил Эрнест. Иран и шестерка международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБОН, США и Евросоюза. Соглашение будет рассмотрено в Конгрессе США.